Игорь Иванович, а ты скажи, вот Тихонов достаточно быстро вот схватывал вот эти все твои игровые идеи? Или, в общем-то, Андрей... он из крестьян, по-моему, прислитывали, да? Из тех футболистов, там крестьяне играли. Про которого я не могу сказать, что вот я его чему-то научил, я из него сделал игрока, это он думает так, спасибо, может, ему. Он пришел, ну, практически готов для нашей команды. Практически готовый. Мыслил он примерно так же, как и наши футболисты. Физически, ну, поскольку в двухразовом режиме, наверное, редко работал, там индивидуально где-то. В армии двухразовый, в армии трехразовый только, да, режим был. Физически не особо был готов. Его нужно было только вписать в состав, то есть тот футбол, который уже был, а готовый он был хорошо, на мой взгляд. Органически вписался. И на тренировках, ну, один из тех игроков, которым два раза повторять не надо, рассказал. Иногда в то время и показать чего-то. И он сделает не хуже, а может и лучше. Даже. Такие редкости, наверное, сейчас, нет? Сейчас не знаю, но в наше время не редкость была. В наше время были... Много таких людей было, которые... Ну, нам достаточно было одного взгляда Олега Ивановича, чтобы мы понимали, что не так. А когда он начинал кричать, мы уже тогда все опускали глаза и ходили. А я и не помню, это чтобы Олег Иванович кричал. Да ты на тренировках-то никогда не был. Я не помню. Нет, дело в том, что... В баре сидел. Мне потом умный человек сказал. Я думаю, почему Олег Иванович все время мне кричит и подсказывает постоянно. Я думаю, почему мне? А потом мне умный человек сказал один, который знает Олега Ивановича. Говорит, это хорошо, что он кричит. Говорит, когда он перестает кричать на кого-то и подсказывает, значит, про этого человека он забывает. Я тогда понял, я думаю, Олег Иванович, кричите на меня, мне может пригодиться это. Ну, пригодилось. Андрюш, а ты вот мне скажи, ты назвал из нынешнего состава «Спартака» Ананидзе и Дзюбу. Это означает то, что вот тебе бы с ними было бы, допустим, комфортно на поле играть? Ну, это спартаковские воспитанники, конечно, да. То есть они играют в спартаковский футбол, на котором мы выросли, который мы играли. Поэтому они бы вписались в нашу команду. Зная и Дзюба, и Жано, они бы сыграли в этот футбол. Серега Паршевлюк. То есть это у них есть школа спартаковская, понимаете? То есть они понимают этот мелкий, там, со стенками, с забеганиями этот футбол. То есть это нормально. Поэтому я говорю, что даже в ту команду их поставили бы, они бы играли бы. Но просто повторяю, что и слова Олега Ивановича говорят, не начинайте свою атаку. Я даже своим футболистам сейчас говорю, не начинайте свою атаку каждый. Вы продолжаете атаку, так, которая идет. Потому что, как Олег Иванович сказал, что получает мяч другой футболист, и он начинает свою атаку. И эта атака заканчивается, и все. И на этом атака, и комбинация на этом заканчивается. И поэтому футбол смотрится рваный, и футбол вообще не смотрится. Поэтому и атаки заканчиваются, вот, еще не начавшись. Поэтому футбол, можно сказать, что тот футбол, который играли, его нет. Чем Робсон отличался от нынешних легионеров? Сейчас все-таки легионеры в «Спартаке», в общем, достаточно значимая сила. Чем Робсон отличался от нынешних легионеров? Когда он появлялся, в нем не было видно задатков форварда. Однако, Олег Иванович, это видно к тебе вопрос, редко оставлял его в запасе. Вот как ты вдруг увидел, в общем, ты небольшой любитель иностранцев в команде, а к Робсону, я помню, ты относился очень душевно. Андрей, наверное, подтвердит мои слова. Мы не считали его легионером, мы не считали его иностранцем. Наш Максимка был не только отличный, на мой взгляд, хороший футболист, но он отличный парень. Его восприняла команда сразу. Это не моя заслуга, это заслуга вот этих людей, которые его приняли, которые над ним шутили, и он в ответ над ними шутил, которые его принимали в свою команду, в квадрат, там, куда-то пошли, не знаю, я не буду об этом. Они его везде брали с собой. Он человек компанейский, открытый, и поэтому они с удовольствием награждали его мячом. Когда он открывался, они награждали. И он, когда терял, он за них отрабатывал. Если где-то провалился, допустим, Андрей, ну, обрезали, извини. Сам-то ты вряд ли провалился бы, конечно. Обрезали Андрея. Он отрабатывал за них. Это честный, порядочный человек. И поэтому, не увидев в нем футболиста, нельзя. То есть он как бы бразильский «Спартак», будем так говорить. А можно сказать так. Он и по-русски, по-моему, потом... Да учили его сначала, правда, не тем словам, которые нужно говорить, его учили они. Но мне, когда этими словами отвечал, я понимал, в чем дело. Ну, это Баранов и Цимбаларе, это два товарища. А Робсон, вы поймите, что человек, который воспринимает шутки или, может быть, даже какие-то легкие оскорбления в виде шутки и также отвечает, понимаете, он это человек-компания.
То есть сейчас иностранцы приходят, им что-то скажешь, они все в штыки, они не понимают этого. Вот. Этот человек был другой, поэтому он в наш коллектив быстро вошел. И плюс ему, я думаю, что, Олег Иванович, если помните, наверное, целый год понадобилось, чтобы понять, во что мы играем. Ну, а потом, когда он понял, он стал незаменим. Потому что, имея скорость, имея объем работы и умея забивать, и плюс подыгрывать, это незаменимый футболист, как нападающий. Касаясь темы легионеров, она достаточно, в общем, болезненная. И, ну, как она болезненна? Болезненна для тех, у кого есть деньги. Их много, легионеров, это сложно. А у кого нет денег, значит, тоже плохо. Это как обычная история. Но все-таки играет роль, Андрей, как ты считаешь? Вот количество легионеров, если они не очень свои, не очень понимают сути командной игры и отношений внутри команды, это вообще беда. Ну, во-первых, тренер сам подбирает легионеров, которые он считает нужными. Футболистов, которые подойдут в команде, которые подойдут в коллективе. Это, конечно, засилие иностранцев, это плохо. И тем более плохо, когда они с одной стороны. То есть они уже живут обособленно, у них своя компания. То есть люди немножко отторгаются от коллектива, и это не очень хорошо. Поэтому легионеров нужно иметь по несколько человек с разных стран, если у тебя большое количество. Но когда их много, допустим, как южноамериканцы, человек, допустим, 7-8, а то и 10 в команде, это плохо. Константин Сосновский задает вопрос, как вы относитесь к тому, что из года в год покупаются иностранные футболисты, которые, к сожалению, не оправдывают возможных на них надежд, а игроки с российским паспортом даются в аренды. Почему наш «Спартак» Цишкова воспитывает так много игроков? А по разным причинам им, скажем, не удается стать вторым Тихоном или Титовым. Андрей главное сказал, это, на мой взгляд, тоже так же, как только создается диаспора какая-то, 3-4, 2-3, возможно, а 4-5 с одной стороны диаспора. Вот эта команда уже будет разобщенная, и ждать коллективной игры и результата не стоит, по-моему. Когда вводили лимит, можно вообще закрыть приезд легионеров, тогда, может быть, будет интереснее. А если российский человек обязательно должен играть, то наши тоже не все золотые ребята. Они скажут, чего мне пахать все равно в составе, потому что российских-то маловастенько, я должен быть на поле. Тут нужно все-таки смотреть каждому тренеру на человеческие качества своих игроков и человеческие качества легионеров. Если приехал зарабатывать, значит, надо брать. Если приехал получать, значит, сразу даже он высокого класса отказаться от него. А как определить? А вот искусство тренера. Кто не определяет, тот и вылетает. Кто не определяет, тот и во второй где-то, но у тебя не касается пока. А кто определяет, тот и завоевывает, и кубки. Почему Месси? Как определили Месси? Что ему денег не хватало? Что ему мотивация каждый матч, что ли, какая-то? Что ему увеличивают после каждой игры зарплату или премиальный? Но он же бьется, извините, не только бегает, но он и старается, он из себя выжимает. Почему? Потому что он Месси. Вот надо и угадывать, где еще такой Месси. А вот перед тобой человек сидит такого же плана. Такого же плана, ему за эти игры есть контракт, есть премиальный, он знал, больше не получит. Но хоть одну игру я лично не помню, где бы Тихонов отбывал номер, где бы он убрал ногу, где бы он не добежал, где бы он не поборолся. Не помню я таких игр, даже товарищеских. Ну, во-первых, еще, да, я добавлю, Олег Иванович правильно сказал, что лимит лимитом, но дело в том, что если российские футболисты есть сильнее, зачем, допустим, Вагнер Лав? Но нету сильнее, правильно? У ЦСКА нет сильнее, поэтому они покупают Вагнер Лава. В любой команде были бы свои футболисты, которые могли выходить и давать результат, и тем более все же команды, наши лидеры, настроены на Европу. Но наши футболисты пока не готовы, поэтому покупаются иностранцы высокого уровня, платятся огромные зарплаты. Ну а лимит, конечно, я все прекрасно понимаю, что русский футболист, я в этой команде не играю, сижу на лавке, пойду в другую, потому что у меня имя есть, я считаю, что я хороший футболист, там мне дадут больше зарплат. И отсюда вот этот искусственный лимит, это не очень хорошо. То есть футболисты должны все равно доказывать. Не то, что они русские, я буду обязательно играть, а то, что они сильнее, тогда ты будешь играть.